Все, единицы полетели. Супер, ура! Поехали. Спасибо. Мы выбираем композицию. Breezer, Commercial Pumping, Country Rounds, Legend. Давайте вот это. Модно, современно, молодежно, да? I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons. Yeah, I turn to a beast when I'm rapping. Hey! I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons. Yeah, I turn to a beast when I'm rapping. You are now watching the legend. So sit back and let the show begin. The pro is in, know it's him. Ready to go and get me loaded in. And no offense, but suckers ain't get close to no chance. I'm gonna win. My flow is so much dope than an OVN. Oh my lord, here we go again. It's going on and on, though. You can catch me up in that jungle. I'll be going ape like Congo. Get them points up on, though. When I hit him up with that gun blow, that triple double Lonzo. Combo. I'm a living legend. You ain't heard yet. You not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons. Yeah, I turn to a beast when I'm rapping. Hey! I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons. Yeah, I turn to a beast when I'm rapping. Now it's my time, dog. I'm on my way to become an icon. Yeah, I'm gonna get your climb on, get to the level that I'm on. I am the greatest of all time, man, and I won't stop until the whole world's up in my hand. I can't see my rise. По-прежнему висит, я думаю. Готово пробовать? Да. Единственное, что он потный. Это мой пот стримерский. Честный. Ты счастливый, главное, когда про это рассказывают. А меня слышно? Я не понимаю. Ну, возможно. Там будет не до комментариев, на самом деле, внутри. Сейчас давай за салфеткой схожу какой-нибудь. Застегни, пожалуйста. Хотя... Для поднятия рейтинга... Главное, чтобы до R. Это же все работает. Главное, чтобы до R не дошли. Если это не вульгарно, то ну, можно и расстегнуть. Ну, подожди, подожди, секунду. Это реально все жестко. Там? Да. Там все жестко. Просто изи, выбери мозг. Да не, нормально, разберешься. Ого. Ого, а ты впервые, что ли? Да. Серьезно? Я только в доте была. Оу. Так, аккуратнее ноги приподнимай и чуть вперед пройди. Ага, все. Так, вот с этим... Да, сейчас мы тоже разберемся. Вам косплей еще раз не было? Да, да. Согласен. Так, смотри. Сейчас вытягивай руки. Сейчас. Аккуратно. Не важно. Читаю, что вы тут пишете, дорогие мои. Синий, вот это вот. Все. Так. Для меня Дэнди новая реальность осталась. Кстати говоря, для меня тоже не новая реальность. Смотри, нажимаешь ОК. Кликаешь, выбираешь, какая мелодия тебе нравится. По крайней мере... Под, да, вот этим у тебя крок. Джусы давайте. Смотри. Денис Кликнула. Секс. Слышишь музыку? Mm-hmm. Потому что без наушников. Джуз сейчас отдыхает. Вот. Ну, выбери то, что тебе нравится. Тут не так много. Послезавтра. Не так много, да. Мысли. Нормал. Ну, а дальше... Не завидуй. А, это в принципе так? Смотрите просто расписание. А, Снейк потанцевал. Ты можешь выбрать 100 Bills, как вариант, первый трек. Он легкий. Попозже. И задорный. И
еще выше. Дед пока первый. Боится к нам прийти. Я не слышу этого. Мы ждем как бы его, но он бы... А ты когда будешь ставить первый захотение? Трек? Ага. Он сам вверху. Я понимаю. Можно загрузить стрелочку музыку из выше, Beat ну, ладно, Saber. Окей. С официального сайта. На кубике направления, все, разберемся. Можно загрузить музыку с официального сайта Beat Saber. Мы сейчас перейдем к нас. Сидел, вдохнул и в бой мы. Ощущать галактику. Слишком просто. Давай, давай, посложнее. Она сама выбрала изи себе. Давай, жми окей. На эксперте прям. Давай другую композицию. Допустим. Воу. Только не ударься в стену, да. Ладно? Предлагаю, что Гитман играл на хардкоре. Смотри, женщина уже решилась, в принципе. Ошибки делает немного. Максимум помощи. Все. Ладно, это было слишком сложно. Сам назад нормально? Да, я держу тебя. Быстро ты. Отстой. Это достаточно сложно, да? Может, это самое? Ух, мы можем включить... Выйди назад. Центральный экран, видишь? Ага. Еще назад. Выбери режим вечеринка. Party. А тут то же самое, только на другой человек. Видимо, соревноваться будем, да. Давай на нормале или на харде? На нормале? Я думаю, что нормал подойдет. Очень, очень много, очень много. Соу.
вначале. Так. По-моему, нормально, да? Минус так, твое имя. Давай, никнейм. Вводи. Катя. Катенька. Ага, жми ОК. И... Так, а что нужно сделать? Да это жестко. Ну что, гид, давай. Да, ну переспусь, отдохни. Встала? Она молодая, что не сильно с моим спортом. Да. Как еще? Нет, я могу еще. Джедай Оби-Ван Катя. Оби-Ван Катя. Нет, самое клевое со стенами. Жалко, что их было так. Не, я не играю. Ты не игрок сегодня? Ну а что я его? Чат, мы можем продолжить в эту игру. Я бы тоже, на самом деле, залипал какой-нибудь трек. Я скачал еще одну. Гладиаторские бои. О, кстати, от разработчиков Genitals Justice, там, где члены по экрану ездят и должны друг другу заехать между яичек. Это странно, да, звучит, но такая игра есть в Стиме, ее не забанили. Вы эту просят, все просят в эту игру. В эту, да? Просят не переключаться. Это они просто еще пока не услышали про Genital Justice. Penetration. Это изначально было название. Да. Потом Penetration заменили на Justice. Окей. Я помню, мне прислали где-то в ключ, я... Ключ тебе прислали? Да, я решил поиграть. Вот. Такие... А я сначала не понял, что это за игра, я думал, это очень на стриме, да? Нет. Я думал, это очень веселая игра для такой компании. Я думаю, запишу-ка я видео про эту игру, вот, на всякий случай. А потом, когда я включил ее, я сначала не понял, что это, а потом... А потом получал удовольствие. От процесса. А вы сможете меня тоже на поводке подержать? Да. Ну вот, чтобы вот этот кабель... Не в натяж. Не в натяж, вот отпусти его. Так, что-то здесь произошло. Я вот... Куда-то провод не туда уехал. А, потом они просят поиграть уже в другую. Ага, хорошо. Да. Они, правда, просят и Гитмана, и меня, чтобы мы там поиграли, но... Я тоже хочу, чтобы вы поиграли. Потому что это весело. Ну, окей, я не против тогда. Хорошо, какой трек они хотят? Они, знаешь, что просят? Они просят, чтобы я сыграл. Ну, упс. А Гитман хотел, чтобы на хардкоре играл. Тогда надо сделать, чтобы без фейлов. Ну, типа, чтобы можно было фейлить, а не сразу же оно упиналось. Dragon Force. Я не знаю, что такое Dragon Force. Ну, такого здесь нет, по-моему. Ладно, Beat Saber. Let it be Beat Saber. Ой. Бубльгум, здравствуй. Нам на стрим пришел. Твою мать. Мне кажется, у меня перепутаны руки вообще. Да. А у нас не... Прикиньте, Денис нас не слышит. Я вас не слышу. Да, мы знаем. Можете подойти ко мне и просто кричать тогда. Чат, меня слышно? Надеюсь. Чат, Катя, слышно? Не, Beat Saber. Я не слышался. Помаши рукой! Что такое?
Фрязи настолько же далеко находится, как и это место. Свидание. Я потный. Ну ничего, я тоже. А в щечку поцелуешь? Конечно. Реально поцеловал. Люблю тебя. Хорошей дороги. Давай, удачи тебе. Все, я проиграл. Ах, уж это ГХК. Все, никакого, никакого хоста. Ладно, окей. Давай другую кубинку. Дача, правильно, сердечки разноцветные. И, конечно же, Cup of Pride, да. О, господи. Что? Что? Лабрадор. Тебе понравилось держать за уздечку? Да. За уздечку? Без пошлости. Не, про лошадь мы сейчас говорим. Да. Да. Я говорю, какую-нибудь зажигательно. Там же можно скачивать по бурику. И зажигательно что? Песню. Песня? А это не зажигательно было? Не, она не такие. Серьезно? Да. А что, Джастин Бибер? За поводья, говорят. Слушаешь? За поводья. Ну, лошадь держит за поводья. А, такой, такой навряд ли. Нет, там чатик говорит, что можно качать. Денис, на тебя чат ругается, потому что за уздечку лошадь не держит, и держит ее за что? За поводья. Вот, за уздечку это в другом месте. Ну ты же за понял, ну ты же понял, я, что... Я понял чат, чат не понял тебя. Так, мы, конечно, можем скачать. Если что, это имеется в виду спереди лошади. Да, вот здесь вот. Я не хочу ничего теперь. Так. Тат Сморки. Гитман, мастер-класс от тебя просит. Давай. Но перед тем, как Гитман потанцует, он поиграет в Dark Souls VR. Слушай, а давай вот эту вот игру, которую ты сейчас говорил. А, ты не слышишь. Денис, ты сейчас слышишь? Да. А вот эту вот игру от Дженни Я Топ... про нее говорю, да. А, это есть Dark Souls да. в VR? Гитман, да. Вот Dark Souls в VR я бы тоже сыграл, если честно. Она грустится, она будет готова через полторы минуты. А по поводу... Но тебе нужно петличку надеть и шлем, поэтому... Да, как петлички нормально. Без петлички нормально? А как же твои комментарии? Ну, там типа с... DC в VR существует? Я дурак, я не знаю, что такое DC. DC? Dark Souls, наверное. А, все, понятно. Есть через S. Я просто DC для меня Discord, поэтому.
Ты будешь танцевать да. сегодня, да? Нет, я не знаю. То есть ты этого ждешь, в принципе. Я думаю, что зрители разрешат. Да, конечно. Контента ради. Девчонки хорошо обычно танцуют. Хорошо танцуешь? Ты умеешь двигаться? Конечно. А где твоя? Подруга спит. Подруга. Она провела всю ночь с Гитманом и теперь... Да, отдыхает. Он просто все соки высосал. Знойный просто. Мужик. Он мужик. На нее всю ночь чистком дышал. Так, почти скачал. Гит, давай, иди. Иди к нам, дорогой. Не забудьте фанту, пожалуйста, для меня. Гит, это первый твой VR-опыт? Не первый. Хорошо. Граф... Подожди, а... Гительман. Ну, помимо... подожди. Помимо стримхата. Ну, было еще. А еще был? А с кем? С кем у тебя было? А, ну ладно. Ходил куда-то, да? Сейчас кинет меня банкой. Вы типа не в теме, но... Окей, я понял. Хорошо. Ну ладно. Гит, я не знал. Ну, может, ты рассказывал. Я не помню. Кажется, она запустилась две игры. Ее зовут Катя. Интересно. Ее зовут Катенька, да. Она же написала в таблице рекордов. Она выиграла? Да, она ревнует. Да, мне кажется, просто в эту игру не играли еще. Вчера скачали. А что вы сейчас будете играть? А мы будем играть в игру под названием Горн. Горн. Катю в VR. А? Катю в VR. Катю в VR? Снять копию. We love Kate теперь слоган. We love Kate? We love Kate. Сейчас Гитман оборудует, дадут ему петличку. Да. А он вам, соответственно, уже продемонстрирует мастер-класс. Я была замечена предусмотрительно, но теперь-то я с вами. Предупреждаю, потная, вонючая. Катя, вонючая. Пока. Катя пока что не знаю. Нас с тобой столько всего было. Меня не звали. Ну, думаешь, меня твой пот напугает? Ой. Все? Порвалась резинка-то. Да? Да. Не-не, это не то. Танцы будут позже, вы что? Танцы через час. Так, ну, чё? Видно что-то, да? Видно, блин, видно, я так хочу, видно, как будто я смотрю очень близко на Милана. Я так хочу. Темнота, значит. We love Git. We love Катя. Да. Денис. А Денис там не вообще не при делах, да? Не. А для тебя как поправить? А с кем? В смысле? Тут не так много вариантов. Я не знаю, просто... Гит, ты должен рассказывать о своих ощущениях, потому что мы пока ничего не видим. Мы тоже видим Милана. Ну, я тоже вижу Милана. Что-то происходит вообще, нет? Чего? Руками-то это... Sure. Вообще что? Ничего не происходит? Ничего не происходит. Ну, как так-то даже? Ну, а эта игра запрещена? Я сейчас очень близко смотрю на Милана. Прям а в вот упор. Арена, видишь надпись? Может, на нее нужно навестись? Может, она где-то? Нет, я ничего не вижу. Ты вообще ничего не видишь? Ничего. А наверху? Погоди тогда, сейчас. Нет. А внизу? И внизу тоже нет. Мне сказали, что можно Джуса припахать как косплей Пуджа. О, кстати так, говоря, да. Есть. Он очень... Теперь смотрю не на Милана. Ага. Ага. Да, набери... Так, что я должен делать? Ну, включи геймпад. Для начала. Так, и? Так. Ну, разбирайся, я вообще в эту игру не ходил еще. Pull to start? В смысле? И что, как? Дэн, управлять-то как? Руками. Steam убери. Руки видишь свои? Ну. Вот. И что? Мне типа идти туда надо? Ну, можешь подойти, можешь телепортом воспользоваться, я не знаю. Я чего. Не знаю как, я не играл в такое. Ну, представь, что ты оказался в мире виртуальной реальности, никого нет рядом. Как, что ты будешь делать? Сядь тогда на пол и плыви, не знаю. Короче, как... я типа как ползу, знаешь. Ну, хорошо. А, вот, да. Денис, закрой Steam, тебя просит весь чат. Pull to start. Ну я пытаюсь. Типа ну... тяни. Да ну давай. Говорит, нажимать надо курки. Да я понял, да. Чё там, чё там происходит-то? Ну, ой, а... Дядька какой-то с тобой говорит. Король местный? Ну, Джус? Пул у него как у Джуса, я бы сказал. Угу. А это зрители наши, смотрки. Make a fist to show me you know the fight. То есть ты ему кулак показал? А ты можешь ему показать вот так вот кулак? По-мужски. Так.
Ябедство. Колбасит? Ой. Короче, что тоже? Вот так вот. И монету взял. Донаты. Собирай все. Представляешь, вот донаты нужно собирать таким образом. Ага. Да, кстати, похоже, что так и есть. А может, в рот нужно засунуть, нет? Ты странных держишь? Кому что, а Гитману донаты. Йо, аккуратно. То есть ты не начнешь следующий раунд, пока себе монет не соберешь? Я не знаю. А кинь монетку в этот, в гонг, может быть? Raise your arms in the victory. Можно тогда я следующую пойти? Да. Тебя, говорят, уволить надо, ты что-то не читаешь? Так это 46 минут назад было. А ты прочитал? Я все прочитал. О своем увольнении вслух. И читаем мы чат, ребят. Какая задержка? Как где Dark Souls? Пожалуйста, здесь и перекаты. А почему она такая странная? Вялая у тебя. По-моему, это какая-то... Палец. А, Justice. Ой, это, точнее, Genital Justice. Это намек, отсылка. Добивай. Добивай, добивай. Там молодой человек, чем странно спрашивает. Чувствуешь себя героем? Stream Holidays. Не слышит нас, наверное? Да, он не слышит. Так, ну а ты что такое? Ой. Это стена, не ломай, пожалуйста. Он сейчас про эту третью стену. Как это называется? Четвертую? Четвертую стену. Стену. Да ладно. Зато ты красивая. Да. В смысле? Что в смысле? Ты тебя в Я не готов написано. Ты я, тоже ты, красивая. Ты еще не готов. Еще не готов. Ладно, пойдем на арену. 2 минуты слоу-мод, ничего себе. Я считаю, что это многовато. Но 15 секунд хотя бы поставить. Да в последний день можно поспать. Слушай, вот, упс. Ладно. Ого. Да. 1-1, да, хочешь? Подготовку военную. Просто он даже немножко Ах, ты крыса! Обозлился. Какой-то немножко Ты, видимо, его подложил, да? А, эффект такой. Что-то с топором будет. Смотри, он сейчас по жопке ему двинет. Меня заовнили. Заовнили? Что происходит? Слушайте, говорят, что есть список игр, которые Twitch не разрешает стримить, и это одна из них. Это? Нет. Genitals. Нельзя стримить. Чего-чего? Да ты читал, прям вот на моих конкретно. Это называется. А ты знаешь, что нельзя обсуждать действия модерации? С акцентом на моих модерах почему-то. Если не нравятся мои модеры, вы можете их не брать тогда. Сейчас, да, демотивируется. И меня тоже. Вы их любите? Докажите. Гид, у тебя там стенка появляется, как нормально. Слышь,
ты? Да почему ты бьешь ты меня? Здесь диджей! Это ноутбук! Мы здесь сидим, алло. По-моему... А он точно уже играл? Нет. Не знаю. Некоторые люди в VR себя не могут контролировать. Вдруг он сейчас снимет и продолжит. Я боюсь, знаете? Ты только что ударил спонсора нашего мероприятия. PlayStation еще. Все? Походу, да. Че, включи тебе музыку? Музыкальную игру. Или ты хочешь еще? Или... Нормально вообще? Нормально? Давай еще одну, хорошо. А я сейчас вообще где территориально нахожусь? Перед Фаруком. Можете меня как-то направить в центр, типа? Но! Наша гужевая полоска уже готова. Ты, говорят, пушку новую разблокировал? В две руки можешь теперь. А во вторую руку можешь взять оружие? Да. Так, а вы меня сейчас что? В одной резину, а во второй не а, нет, нет, блин, да, все плохо. Знаете, я вот... Блин, один на один не так интересно. Он все раскидал. Да ну в смысле? Ну что, один удар пропустил. А? Погас что-то. Это потому что его... Убили. Ага. Кровь. Да. Еще раз, гид. Блин, я представляю пати-мод. Я то есть люди с VR-ами собрались в одной комнате. Вот втроем. Рисом. Как будто не бьешь, а гладишь его по голове. А, ты крыса! Интересно, Гитман выглядит так же в этой игре? Господин ведущий, как вы думаете, а здесь есть отсылки на другие игры? Genital Justice. Может быть, секретное оружие? Я думаю, что есть. Потому что вот мне не нравится, что он смотрит на нас. Гит, а что если обойти этого человека сзади? У меня коленки здесь аккуратно. Не натыкай мне. О боже мой. Гит, все, последний. Добивай, пойдем в Beat Saber. Подожди, а можно я просто в разобрать? В эту? Да. Ты у чат спроси. Он здесь глава. Чат. Мы разрешим? А этот, включи другой чат. Дайте ему поиграть. Все? 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 Ты победил? Я знаю. Овации звучат в чате. А потом Гитман станцует. О, да. Привет. О. Ты выспалась? Она, не знаю, нет. Ты серьезно? Да. Да, серьезно. Мы позвоним Кате потом. Ну что? Давай. Go. Наденешь слева-справа ремешки, зафиксируешь под себя. Ладно, если что, ты мне это садишь. Ой, как я люблю. Нормально? Не, сейчас. Хватит пить энергетики. Второй всего лишь сегодня. Денис, у меня там, по-моему, волос
Ну, если тебе больно, то давай... Не, мне не больно, просто... Туда ли я? Туда. Я люблю пожестче просто. Хорошо. Так. А ты думаешь, мне нужны уши? Я думаю, что да. Это же эффект не, не то, не то. Фарук, вот ты слышишь? Что именно? Короче, ты можешь хватать врагов и разрывать их руками. Ой, какая прелесть. Да, Димас. Отдай мне руки. Блин, вот от Фарука, конечно, получить меньше всего хочу пиздюлей. А я побил кого-то, да? Да. Все, что мог. Стену вот сюда ударил знатно. Потом... А как ходить? А вот это у Гита спросили. Мне кажется, вот так вот. То есть, типа, он как-то вот так вот руками делал. Должен двигать. Ну, как, знаешь, на лыжах как будто. Нет? Ну да. Нет, да. Так ты не на лыжах, а... Верхнюю нажимай, типа, как будто ты руками ты идешь. Ну, в смысле, не руками, как будто ты идешь руками, машешь. Ну, или ползи просто. Ну, типа, их нужно нажать и отжимать, нажать и отжимать. Я думаю, что вот эти... А, о, слушай. Зачем нам танцы смотреть? Даже в этой игре можно устроить некое подобие. А где этот, как его? А, вот это Рин. Да он аутист, блин, там... И вот, вот ты руку вперед нажимаешь, так, хоп, отпустил. Фарук, да, кнопка отпустил. Какая-то там, говорят, есть магическая. Да, сверху. Плывет. Фига. Нужно еще в грудь, да, ударить. Так, викинг вышел на арену. Против троих голых мужиков. Сейчас лишь за руки. Нет. Ты что, знаешь кунг-фу? За соски. Слушай, Гит, ну на самом деле такую технику. Побороть. Че, тебя оглушили? Ну, типа того. Я замью чуть, пожалуй, чтобы... Непонятно, почему ты сейчас... Ну, да. Если фраерник живет в Киеве, допустим. Почта России. Ну, да. Татуха. Ну, она типа подвижная еще. Руки. Она стоит. Ну, он не совсем. Да, все. Нет, специального сайта, я слышу, да. Пытался его отжать, по-моему, только. Ого! Так нет, вот он его разорвал. Ну, он к нему сзади подошел. Смотри, что творится, он вообще телами бросается, оказывается. Это поправить. Интересно, насколько ты еще пытаешься что-то говорить, но супер сосредоточенный на убийствах. Ты понимаешь? Он настолько устал от нас, от всех, что сейчас отрывается. Скажите, почему бы и да? Хотя, что? Хорошо, Диан. Мы оставим автограф. Правда, без Игоря ГХК и без Стаса. Да, почему? Мы же не можем их тянуть. Не ходится?
Ну, иногда, да. Подделать можно. Один боец. Блин, Диан, поставь 18+, может быть, можно же, пока у нас тут насилие. Да, я предлагаю прямо на баннере нашу программу расписаться. Ты сейчас сам приезжай, забирай. Насилие прямо пациент. Зачем так сатирично? Я говорю, не акцентируй внимание на этом. Ты на всем акцентируешь внимание, что пишет чате. Аляша выйдет танцевать, мы заставим. Нет? Ну, в смысле, да, какая разница, хочет она или нет, если мы все равно ее заставим? Как минимум, Катя. Что нет? Этого недостаточно? Ты думаешь, по-прежнему пахнет чесноком? От Гитмана? Даша уединилась с Денисом и не хочет к нам выходить. Между прочим, я, конечно, не была ночью, но чеснок реально хорошая вещь. Специально. От меня сейчас луком воняет. Ясно. Ну, Гитман, ты сволочь. У нас тут какая-то кунсткамера. Ты меня не слышишь? Правильно. Вот в это? Гитман играл. Фарук. Кидай трупы и погнали. Я не слышу, если честно. Бит Сейбер, погнали. Денис, давай скачаем что-нибудь. Лучше я потом раздаст. Не будем качать. Ты не хочешь? Мне понравилось. Это, походу, тоже еще один VR-щик. ПВП? И что сделать с ним? Я, короче, хочу после стрима, чтобы это все не отсоединяли. Хочу посмотреть порно в VR. Мне просто интересно. Ради науки. Все так говорят, да. Я наконец-то понял, как ходить. Убийца, убийца. Давай делать любовь, а не войну. Давай танцевать. До VR я уже была. Это давай танцевать. Убийца, давай. Ты просто как будто стоишь на карте. Сейчас, подожди. Не, стой, не, мне не надо ничего отдавать. Сейчас, на секунду, ты померкнешь. А, ты сейчас хочешь, чтобы я бицепер? Конечно. О, боже мой. Может, не надо? Нормально, нормально. Крепись. У нас нет соседей. Денис, у тебя уже установлено порно? Дома. Это сложно. Да, есть. Фарук, назад чуть-чуть.
VR полностью в вашем распоряжении. Ты завтра уезжаешь или сегодня? Сегодня. А что сегодня делать? Все или что? Все, ты молодец. Гитману хочет играть? Вообще, на самом деле, нет как-то. Она, кажется, неподвижная. Чат хочет Гитману? Да. Ну, как минимум, Гризли 391. Ну, еще через одного человека, что ли, вообще вставать из дивана? Ничего себе. Денис пикапит? В смысле? Я разве занимаюсь пикапом сейчас? Сейчас нет. Поверьте, сейчас нет. Это хорошо, хорошо. Когда ты был в последний раз? Нет, когда был в последний раз? Давно. Да в смысле? Много кто? Ладно, не важно. Фарук, наверное, все равно уже перешел в следующий раз. А вот это просто не так, что он не знаешь, что он просто сильный удар. Я тоже думаю, что он просто кто стенка на меня? И это я на стенку. Игра в Beat Saber. По инерции. Злая. Почему злая? Это правдивый ответ. Как она может всех любить? Как она вообще может любить человека, людей, которых она не знает? Давай я попробую теперь. Фух. Да, понравилось? Да, клево? Да, ты играешь вообще. Необычный опыт. Да. Здорово. Под музыку еще. Да, отлично. Сейчас самое время закончилось. А какая лучше? Это или что? Лучше вот это поставить посильнее. Изи, это ту изи. А, ты изи сейчас поставил? Господин ведущий, его пот. Нет, еще полчаса. Да в смысле? Так полчаса было, полчаса. Да блин. Нет. Полчаса. Да ладно уж. Потом пройдут, прощай, я блин, думаю. Денис, давай Гитмана. Так он не хочет. Тогда давай меня. А ты прыгал. Ты думаешь, еще мне хочешь? Мало? Да. Любительница попрыгать. Вот эта вот игра, он много раз слушает. Можешь мне помочь с кабелем? А этот за Just Dance не сойдет, нет? Нет. Я могу сказать, что я здесь отработал уже. Just Dance через полчаса. Я могу сказать, что я там на улице подрынься. Катю или Буни. Хочу, но не приходится.
Let's go. Все, зафакапил финал. You wanna try? Что? Кто? Почему? Что за дизайн? Чего? Вика хочет встретить в чат, поставьте, пожалуйста, Вики карты с сердца. Ну, угадай, чего? Возьмешь руки и поймешь, зачем здесь салфетка. Сейчас Милн своими пластичными движениями выведет уровень игры, а точнее, выведет игру на новый уровень. А ты будешь делать? Джимона, ау! А. У тебя голова либо маленькая? Ну, во всяком случае, прическа твоя как явно это? Больше. Что? Вот, берешь тут, Тянешь, хоп, и хоп. Потом затягиваешь. Давай салфетку. Ух ты. Ух ты. Это первый твой VR-экспириенс? Нет. Окей. Какие игры ты играл, что понравилось? Знаешь, это было в торговом центре. Это было недолго. 100 рублей там 10. Игра на какие-нибудь шлюпки с подворотни 9, да? Шлюпки? У нас есть игра «Пьяная драка в баре». Так. Угу. Так, это правая рука, да? Я хер его знает. Так, сейчас. Один зажим, да, здесь? Угу. Тяжело, вот, когда ноги свои не видишь. Он зачитает или? Не знаю, посмотрим. Схватился аспирин? Аспирин. Аспирин. Какой понравится? Из последних мы не все выбирали. Вот слева треки. Угу. Ты нормальный вообще? Долго что-то придумал? Нет, я только заметил. Ужас. Видимо, нет. Ты видишь на кубик направление? Свайп. Really? Да. А ты думал, что все так легко? Счет Милан, мы ожидали наоборот. Просто сморг. Это тебе не в шлюхе из подворотни 9 играет, да, в торговом центре?
ты устал. Battle Roar. Да это... А что, куда смотреть? Ты где? Что хочешь? Фильм. Кто-то закатил. Кайф. Кайф. Кто? Говорят, ты очень хотела поиграть, кто? Поэтому давайте мы сделаем, чтобы Катя поиграла. Катя прям поиграла. Хочет, да? Катя хочет. Ура! Давайте, Катя! Катя! Ну, Катя! Два дня ничего не делала, конечно, я хочу. Классно, вот она два дня ничего не делала. Я два дня ничего не делала, конечно, я хочу. Так. Ага. Ты, смотри, в игре в настроении в таком, да? Я выспался. Где там вообще? Нет, Протирочки. Катя! Катя! Дождись. Блин. Стой! Знаешь, ты не особо ты вспотел? Он там серьезно ничего нет. А там не. Он не особо старался. Попотеть. А чем Даша сказала? Никаких удивлений. Даша, да. О. У тебя плотно сидит? Нет. Я Даша. Да? Даша, это которая светленькая? Она здесь крепится? Нет. Здесь крепится? Да. Да вас, женщин, тут, господи. Как, давай, как кого? Я не придумала ни одной... Как мужчин. А? Ваш женщин тут как мужчин, да. Что? Ничего, мы с тобой не общаемся. The Scarlet Arrow! 3000 рублей! Спасибо тебе большое за донат! Спасибо! Посмотрите кто-нибудь, скажите, пожалуйста, спасибо за донат прямо в камеру, а то я здесь лежу. The Scarlet Arrow. Да. Спасибо большое. На твой донат? На что? Знаешь, это пацанский донат. Я как бы победила. Надо было не туда, надо было вниз. Да, 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 да. Ой. Ой, все, выпало за рукой у девушки. Вот он, VR. На суше. Вот, как бы, Скарлетт Эрроу, он... Ты любишь морковку? Пацан или не пацан, не знаю, непонятно. Морковка. Но это человек, который просто базар порешал. Пацан сказал, пацан сделал. Дайте мне уши. Дайте мне уши. Господи. Денис, ты встала, а мне ты меня не прикрываешь. А ты по-прежнему, да? А я по-прежнему, ногами. Да. Я думала, ты еще ты готова? Со мной. Да, я хочу я надеваю. No fail, да. Что у нас? Я надеваю, да, я вставляю. Наушники. Все хорошо? Да. Точно? А в какую я играла? Сразу три косаря. Три косаря? Scarlet Arrow? Ой, спасибо. Let's go.
эфире. Тысячи, мало. Ну так ты же не на камеру сесть. Забанят. У меня от Hellblade, да. А какие были ощущения, вот, когда плохо стало? Что было? Что ты испытывал? Плевать хочется, гид. Реально? Просто вот, да. Прям как будто травился? Голова болит вот как. Ну, мутит тебя. Проверьте пульс в рука. С большинством стен. Ты любишь их? Мы не знаем, мы впервые запустили. Какая? Просто включи хард мод и все. Ну. И будет больше стен. И двигай телом. Да. Что? Нижним телом двигай телом больше. Телом двигай, да. Да, вот так вот. И на харде. Мы все хотим видеть, как ты двигаешь нижним телом. Блин, ну видеть-то будете только вы. Не, нормально, мы расскажем чатику, как здесь хорошо. Мы можем тебя повернуть к нам лицом. За диваном. Тут же можно, да, фейлить, значит? Или здесь, вот, в ящиках боковых. А тебе прямо сейчас нужно это сделать? Я, короче, выключаю, но фейл. Катя, тебя повернуть? А? Давай тебя повернем. Куда? К нам. Нашла? И танцевать вот так? Да. Да. Но там же все. Да. В этом-то и фишка. Я нашла. А, может, вот этот пример? Простите, но поэтому у меня богатый стрим. Все сломала. Кажется, вы сделали несколько новых скриншотов. А-а-а, все-таки. В чат тогда сразу их постим. А как? Я думаю, что тебе на табличке просто нужно нажать. Нет, нормально. А может нам... Не знаю. А можно сделать ветку большую, а игру маленькую? Здесь сейчас хочет смотреть на Катю, а я сразу не могу. Ой. Смотри, что там. Давай просто руку. Чего нет? Смотреть можно, чтобы руками, руками трогать нельзя. Как в Скайриме, да? Когда там воруют, вот смотреть, пожалуйста, смотри. Блин. И игра вообще не было. Я был бы, если бы не могли бы посмотреть. Хотя они даже не хотят, чтобы их маленьким играли. Где мы домогали? Где? Вообще не домогали. Короче, не вспотела. Домогательство, мы прям это... Помогите! В лицо прям. Все. Все? Ты сдаешься? Но тут не так много песен. Ну все, ну, снимай. А ты не любишь? Можно же на изи играть. Я вообще не люблю подвижные вещи. Ты вся мокрая. Катя, ты такая вся мокрая. У нас проблемы с салфетки закончились. Есть только это. Ну что, я протру Катю.
за три. Ну все, господа, видимо... Обрубаху. Ну, да, сейчас. Да? Я думаю, что сейчас будет небольшая пауза, и мы настроим джаз-дэнс, потому что пришло время активных танцев. Без 10. Ну все, как раз. Денис как раз подтвердит свое звание. Там загнёшься. Смотри, я не понимаю, о чем он говорит. Я видел, как ты танцуешь на игромании, поэтому не надо. Это было давно. Нет, мы прям целенаправленно. А я получил травму. Ну, не сказать, что это лестно для тебя или да, нет? Не лестно. Я этого не знал. Но тем не менее, мы встретимся с вами буквально через 5 минут. Наверное.